Здравия желаю. Итак, значит, вторая часть вчера начал заряжать по системе, значит, самозаряда идет. То есть ток берет и отдает назад в сеть. Какие результаты? Так, значит, заряжал с 9, вернее, вчера заряжал с 2 часов дня до 11 вечера. То есть 9 часов. Потом выключил, так как тут реле китайское, побоялся, что может загореться что-нибудь. На ночь выключил, 8 утра, опять включил, и вот сейчас до 4 часов дня, 16 часов сейчас. То есть 9 и 8, 17 часов заряжали. Давайте посмотрим на показания прибора. Значит, зарядилось. Так, вот. Отлетело. Сейчас. Зарядилась у нас она за 17 часов. Так. Показать вам. 12.52. 12.52. На 12.52. Это где-то было, значит. То есть это где-то процентов 12.70 это 100%. А 12.52 это где-то процентов на 70. На 70% зарядилось за 17 часов. То есть показатели лучше. Но если бы еще перерыв не дал, может быть, еще были лучше. Но надо продолжать. Все-таки получается, значит, батарея, значит, где-то она на 60, на 600, но она меньше, где-то на 400 примерно. Это значит, на 70% где-то зарядилось. Так. На 300, на 280 ватт за 17 часов. Сейчас посмотрим, сколько в час. 280 разделим на 17. То есть зарядка идет по 16,5 ватт в час примерно. Вот такая вот. Вот такие показатели. Но нужно, конечно, продолжать, ибо это долговато. То есть еще усиливать вот это. На 120. Вот он. Это мало. Усиливать его до 200 ватт искать. А то и до 250. Как найду, так попробую еще.